Всем привет! С вами канал Веломода. Сегодня у нас на видео будет сборка колеса для инвалидной коляски. Если помните, видели видео где-то с полгода назад. У нас уже была тоже такая работа. Тоже собирали колеса для инвалидной коляски. В общем, клиент тот же. Но в этом случае сейчас мы уже будем устанавливать обод 24 дюйма. То есть с 26 колесами были какие-то нюансы. Некомфортно было, по всей видимости, выбираться из коляски. Вот. Ехалось как-то не очень комфортно, поэтому, в общем, было принято решение попробовать еще поставить коляску на 24 колеса. Вот, собственно, чем мы занимаемся. Сейчас уже одно колесико я накидал. Дальше будем выравнивать. Сейчас занимаемся накидыванием спиц на второе колесо. После этого колесо отцентруем, вот, и, в общем-то, установим, как правильно называется, ну, в общем, колесо управления инвалидной коляски. Продолжим нашу рутинную работу. Осторожно. Сейчас у нас будет процедура центровки, выравнивания этого колеса. Проблема основная состоит в том, что у него нет оси. Оно уже одевается, вот как колеса в Cannondale, у Эртик, вилки, одевается на существующую ось. Здесь то же самое. Поэтому, чтобы его нормально установить в станок и отцентровать, берем, используем обычный гвоздь задний с проставками. Он как раз хорошо упирается вот по внутренней часть подшипника, дают колесу нормально вращаться. Зажимаем такими же обычными подручными конусами, гайками, у кого что есть, то есть не критично совершенно. Хотя вообще-то можно и не затягивать. Уже подтянем это все прямо в станке. Достаточно по вращению. Будем равнять. Напоминаю, что у нас там нюанс. Необходимо выводить зонд. Мы максимально отводим обод от коляски. Здесь у нас будет корпус коляски. Ну, вот, надо обод максимально от коляски вывести, потому что будет широкая покрышка. Нам не задевало от корпус. За счет спиц смещаем обод максимально. Ну, как видели, спицы я просто понакидывал, то есть они совсем не натянуты. Сейчас мы попробуем сделать равномерно. Как бы я уже позаключал нипеля по резьбу. Вот. Теперь, допустим, по 3, по 4 оборота каждую спицу еще дотянем. 3 даже, наверное, много. Чуть-чуть. На одинаковое количество оборотов дотягиваем каждую нибудь. Есть специальное приспособление, которое натягивает, накручивает нипель на определенную глубину. Но если не имеем, просто подсчетом оборотов можно тоже этого добиться. Как обычная процедура при сборке колеса. Устраняем биение вертикально, горизонтально. Есть одно место. Чирк.
этом диапазоне. Здесь мы подкручиваем наши спицы. Постепенно, не спеша. Чирк происходит, то есть лучше по чуть-чуть, по четверть, по полоборота, не перестараться сразу. Делаем все умеренно, не спеша. Тут торопиться не нужно. Видите, мы колесо уже собрали, спицы натянули, сделали зон, как и надо было. То есть здесь у нас будет пропуск коляски, в эту сторону наше колесо управления. Примерно так вот оно все это будет выглядеть. Ну, вот осталось посверлить отверстие вот это водила и, в общем-то, все поставить покрышку камеру. Как бы сама процедура, да, не так много времени занимает. Вот нюансы, да, вот с установкой вспомогательного колеса. Вот так вот это все примерно будет выглядеть. Итак, друзья, подходит к концу наше видео. Вот, как видите, колесо уже собрано, спецовано, прикручено. Тут водила, я там его так назвал, наверное, потом называется. Напишите в комментариях, кто знает. Вот, одели покрышечку, довольно-таки симпатично все вышло. Вот, по смещению обода тоже все очень адекватно. То есть у нас где-то есть еще здесь, вот это, не знаю, миллиметров, наверное, так 15-20. От покрышки до края втулки, плюс там еще небольшая будет втулочка между рамой. Ну, в общем, цеплять ничего не должно. Здесь все поместилось тоже красиво. Вот. Так что отправляем клиенту комплект новых колес. Ждем от него комментариев. Я думаю, ему должно понравиться. Ну, тоже оставляйте комментарии, задавайте вопросы под видео. Вам понравилось, ставьте лайк. До новых встреч!